Алоха, с вами Энни Стар. Когда мы чем-то интересуемся, мы можем задавать очень большое количество разнейших вопросов, и некоторые из них могут быть даже нелепыми. Так вот, в этом видео я расскажу вам о таких вопросах, которые могут задавать музыкантам простые маглы. И не только. Но зачастую эти вопросы не всегда уместны, и даже некоторых музыкантов могут очень сильно раздражать. Так что я желаю вам приятного просмотра этого видео, а я не знаю, что это было, играю на ударных, воображаю, в общем, да. Я желаю вам приятного просмотра, и я начинаю, поехали! Это скрипка? Нет, это баян. Слушай, а ты умеешь играть мурку? Скажи, пожалуйста, а ты можешь взять вот эту ноту? Фу, что за набор нот? Это вообще-то импровизация. Ужас. А что ты вообще играешь? Сыграй лучше Ариану Гранде. Слушай, скажи, пожалуйста, а ты можешь сыграть вот это? Тарарарара, тарарара, тарарара, тарарара. Можешь, да? За что мне все это? Слушай, а правда у музыкантов суперслух? Что? Ты что-то сказала? Слушай, а что вот это за инструмент? Та-т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 а. Ау! Я же только спросить хотела, что не так с этими музыкантами? Ну вот и все видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если да, то обязательно ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. А также подписывайтесь на мой инстаграм, где мы сможем с вами пообщаться. И также вы сможете увидеть кадры, которые не попали в мое видео. Я там выставляю блуперсы, так что добро пожаловать на мой инстаграм. Я вас всех там жду, ссылочка внизу в описании под этим видео. И, конечно же, хочу попросить вас написать комментарии под этим видео. Напишите, понравилось ли вам оно и вообще, как вам заходят мои скетчи. Возможно, у вас есть какие-то идеи еще по поводу новых видео, так что я рада всегда читать ваши комментарии, так что обязательно пишите. Чуть не сказала читайте, ну и читайте тоже, когда пишете. В общем, всем еще раз огромнейшее спасибо за просмотр и до скорой встречи в следующем видео. Всем пока. Peace. Всем добра. Любите музыку. Пока.